Всех с Новым годом наступающим. Вот я икебаны сама сделала из елочки. И вот шишечки покрасила. А и сделала вот такую корзинку. И небольшая елочка. Всех-всех-всех с наступающим. Всем доброго дня, всем приветики. С питомцами вышли, вот Белочка вышла на улицу, Грета вышла. Давай иди в туалет, сходи, давай. Овчарки. Вот такое у нас сегодня солнышко. Прям все капает, тает. Собакены мои вот здесь. Когда тепло, они любят. Все тает, вода везде. Везде мокро. Откуда-то, о! Уже, видать, диван там по кусочкам мне разбирают. Так мы сегодня на солнышке греемся. Тепло сегодня, хорошо. Кто там Белочка? Кто там Белочка? Кто там крыт? Белочка тут греется. Солнышко сегодня хорошо. Они любят на солнышке, когда зимой выходят вот так лучики. Они прям наслаждаются солнышком. Водичка, кап-кап, кап-кап, водичка. Иди покушай, покушай. Изо наблюдает. Да-да, покушай, покушай. Пледик надо вытащить тебе. Я вчера выносила, занесла его на ночь. Тут водичка капает. Да? Ну, девочка, 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 девочка. Вот они. Ну, Грета тут в туалет у нас сходил.
собака. Там собака. Зачем живешь? Ты получаешь душу, за которую ты ответственен. Ему надо и погулять, ему надо и поиграть. Ему все равно, что у тебя болит плечо или болит спина. Он писать хочет. Понимаете? И хочешь, не хочешь, ты должен идти. И вот уже тут, у вас все отходит на задний план. И, во-первых, ты вот ощущаешь тепло, но это совсем другое дело. Никакой человек тебе такого тепла не даст. Человек тебя что-то хочет, или ты что-то хочешь от этого человека. Собака от тебя не хочет ничего. Сколько ему? Ай, это молодец. А я думаю, это дорога. Давай. Ложись на подушку, ложись. Ложись на подушечку. Ложись. 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 Ну ложись. Белочка, тогда, когда вы вылили сюда яйцо и обратно. Ты спишь?